А, вниз. Слезай вниз. Ну что? Муся. Алиса. Алиса. Алис. Так, друзья, в общем, мы тут мимо проезжали, специально поехали через Электрогорск, чтобы заехать в этот магазин. Как он там называется? Мебельный фирменный магазин, Электрогорская мебель. И здесь вот продают всякий садовый инвентарь. Вот, тут много всего есть, но здесь продают просто офигенские вилы. Сейчас мама пошла, она возьмет, если есть в наличии. Если нет, мы уже одни вилы покупали в прошлом году. Я вам покажу, в чем они офигенские. Вот, вот такой магазин. Тут они и парники вот продают, и теплицы, и какие-то качели, беседки. Там вон много всего. И навесы вот эти вот парковочные. И мебель какая-то. И садовая мебель. Вон и диваны стоят. Так что такой магазин на повороте уже за Электрогорском. Сейчас мы ехали по главной улице и вот через весь город, скажем так. И попадаешь как бы уже в область. Вот он стоит вот тут на выезде. Фирменный магазин. Вот, я вам хотела магазин показать. И здесь вот мы, где только не смотрели эти виллы, а здесь только нашли именно вот такие кованые. Вот, и в принципе недорого они, что-то около 300 рублей стоят. Вот, ну, в общем, потом покажу вам виллы. Thank you.
Вот, друзья, хотела вам показать вот эти виллы. Мы купили в том магазине. Короче, ну тут удобная вот такая ручка. Ну, кстати, я ей не пользуюсь. Мне не очень удобно. Смотрите, короче, фишка в том, чтобы вот эта часть и штыри были единым целым. Чтобы вот здесь вот не было, ну, шва, то есть, что штыри как бы приварены к вот этому основанию. Нужно, чтобы все это было цельным, как бы кованой частью. Тогда они у вас не сломаются никогда и никогда не погнутся. Вот, и сейчас я посмотрю, где-то у нас были старые виллы. Если они в сарае, тогда не покажу. Потому что сарай у нас закрыт. Если на месте, ну, если найду, то покажу. Вот у нас были халтурные виллы, они вот здесь были приварены, и они здесь сломались. Вот, вот эти цельные, ну, насколько я знаю, они кованые, очень хорошие. И стоили что-то в районе 300 рублей вот в том магазине Электрогорском. Вот, нашла для сравнения. Наши старые виллы, они тоже были кованые. Ну вот видите, тут уже они, им, наверное, лет 50, они уже ломались несколько раз. Причем не вот здесь ломались, да, не там, где крепится, как бы не крепится, а не вот здесь, где шейка, да, вот штыри к основанию, а уже выше, там, где колышек присоединяется к этому основанию. То есть здесь уже, не знаю, 3 слоя навара сверху. То есть вот здесь все целое, здесь ни разу никогда не ломалось. Тьфу-тьфу-тьфу. А здесь вот уже сколько раз 5 нам заваривали. Вот так вот мои любимые маленькие виллы. Мы сейчас ими почти не копаем, бережем. Вдруг опять сломаются. То есть сильно не напрягаем их, а используем вот эти вот. Потому что новые, они, ими можно пока что работать с натугой, с напрягой. Так вот. Вот еще, кстати, хотела показать. Вот эти две кисточки мама где-то в другом месте купила. В этом же магазине вот такую кисточку мама взяла за 5 рублей. Представляете, в Москве она стоит 25. Вот такая маленькая кисточка. Какие-то шовчики прокрашивать. Видите, она совсем милипусенькая. Где-то 1,2 или 1,5 в диаметре. Вот. А, ну вот 20 миллиметров. Но это, мне кажется, длина. В общем, вот. Ну и там вот винтики какие-то эти. Шурупы. Тоже, кстати, вон, смотрите, недорого. А, что тут? Тут саморезы. Размер. Вот. Цена за килограмм 190, и здесь вот сколько получилось. В общем-то, недорого. Вот, но я вам хочу сказать, что там все гораздо дешевле. Вот. Ой, комаров сегодня просто жуть. Причем такие гигантские, толстые. Вот, тут говорят, что был ураган в будни. Ну, на нашем участке это мало отразилось. У нас только от яблони, ну, как не оторвалась, а лопнуло крепление, и одна ветка упала. Вот. А так я вообще что-то не вижу никаких побочных эффектов урагана. У нас на участке это вообще никак. У нас, слава богу, вот эта дура, здесь большая сухая яблоня, упала весной. Ранний. И теперь у нас так просторно и свободно, и вообще нет никаких проблем с этим. Вот, пошла я работать. Копать надо продолжать, картофан сажать. Вот. Еще. А, у меня взошла редиска. Кстати, чуть-чуть уже маленькая, наверное, на следующей неделе уже подрастет. Может, даже что-нибудь соберется, потому что, ну, вот эта 18-дневка, я вам говорила, что она мне очень нравится. Она очень быстро произрастает. Очень быстро готова уже к сбору. Вот, так что
Ну, в этот раз показывать не буду, там кошки все перелопатили, и даже не знаю, вообще удастся что-то сохранить, но что-то я увидела там, какие-то росточки. Вот сейчас мама придет, будем косить, потому что одуванчиков очень много, вот эти желтые везде торчат, и я буду с вилами лазить, с грядок выкапывать их, потому что на следующей неделе они уже отцветут, и полетят вот эти вот пушинки повсюду, и потом просто не избавишься от этого. Вот. Увидимся в следующем включении.